Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот и настал долгожданный момент. Сейчас мы пойдем убивать короля троллей. О, у нас тут есть даже так нет дракона. Охренеть. Так, давай-ка тебе вот это сюда поставим. Так, тебя тоже вот немножечко мы тут все это как-нибудь так вот сделаем. And Lindsay was called forth. How may I help? I am your shield. I yearn for entertainment. Does anyone require my мы, наверное, так, что тут, щиточек сюда. Я сюда. У тебя есть какой-нибудь магический доспех? Только у тебя есть магический доспех? Так, все раскидали, да? Right here, my friend. Защиту от яда еще не думали. Защита от страха. Так, а защита от слепа мне еще нужна. Ну, пойдемте. Так. Мне кажется, я его сейчас просто убью. Нет. Не знаю, не хочу в него ничего кидать. Давайте его просто бахнем. Вот он совершенно неуразумительный, господин Соль. На, вот тебе. Промазал. Этот тоже промазал, господи. По лицу, под лицом. Так, кто тут? Поехали. Это алхимик. Ah!
Ладно, тыкни в кого-нибудь. Ой. Он еще жив, он зараза. Что это такое, а? Кто это остался? Она попала. Чё они такие слабые? Это я типа такой сильный, что ли? Гада. Так, получите. Never stop learning. Чё-то девка вообще какая-то уже упоротая. Надо, кстати, тебе конверт включить. Перошов Вольф. Ну, бахнем, допустим, сюда. Жалкие кобальты, как мне жалко. Мы нашли ключик. Так, атлетика. Атлетика делается так. Ты кидаешь пальчик, ты включаешь ручку. Оп. Так, ты убиваешь эту фигню. Так, ты. Давай, сальчик сюда. Сальчик сюда. Фигню. Так. I need to concentrate. And Lindsay was called forth. Мы прям вот здесь вот будем их принимать. Не хочу я тут ничего выдумывать. Так, защита от страха есть. Сейчас они сюда все побегут потихонечку. Фаербольчики закончились уже. Блин, так-то опасно. Ну, хотя будет нормально. Давай, вставай тут.
Так, что там у тебя? Бежал. А если я побегу, ты будешь делать. Так, вот эту, кстати, можно уронить. Давайте уроним. Пойдем. Смотри, как могу. Так. Ну что ж, прощай. Он все еще жив, а? Что за фигня? Давай только не рекангарчика. Она его сожрала. Очень легкий бой. Пойдемте тут походим. Достанем броню для господина Ревунгара. Так. Нет, ну куда ты побежала? Тогда кинь хастик. Не попал. Бежал. Кстати, после этой, конечно, буду стрелять довольно бессмысленно. Ну, кстати, шанс попасть уже 95%. Не боюсь, что на этом господин тролль уже закончился. Так, что мы там нашли, дротик?
Так. Ловушечное напряжение. Так. Броня для господина Регунгара. Сюда. Так, нам еще вот отсюда надо зайти, да? Или мы уже всех тут убили? Уже всех убили. Давайте поспим. Буду я охотника нанимать. Я думаю, что за 4 отдыха я всю... Кстати, на господине, на госпоже это еще на 6 часов осталось эта хрень. Классное заклинание. Мне нравится, можно колдовать его на один раз меньше, да? Так, эту фигню выключай. Я там твой усиленный метаскиптер. Давай-ка. Сделайте друг другу приятного, один больше, второй меньше. Так. What troubles you? Keep your wits about you. Так, кинь еще эту фигню. Кинь на себя эту фигню. Там что-то какая-то драма разыгралась на улице. Так. Я готов. Книжечек, дай мне руку, пожалуйста, мою. Спасибо. Так. Ну что, господин хрен. Сейчас мы с тобой потолкуем. Да. По идее, мы должны выигрывать инициативу, если этот мозг просто... Кто первый ходит? Ты? Ну. Был бы у меня метаскипетр ускоренных заклинаний, у него это был бы уже конец. Mm-hmm.
Да уж. Так. I am yours to command. Never stop learning. Пойдемте поговорим с маленькими ублюдками. Если он выжил. I'm up for an adventure. Так, а вот и батька прибежал. Ну, привет. Так. Чё, братишка? Может, его это попытаться уронить? Ой. Да уж. Ну, видимо, это на 6-й уровень, наверное, рассчитано. Хренатин, я не знаю. Это что такое? А, это на этого. Что с этого-то мы? Пояс физической силы плюс 2. А что он дает? Так, сила и выносливость. Ну, допустим, тебе. Допустим, выносливость один. Так, что тут, что тут? Так, привет. Так, тебя мы тоже убьем. Почему-то у нее 3 удара. Поменяем. Где твой мутаген, девчонка? Почему у тебя 3 удара? Что ты тут? Что тут дальше-то? Пальто, да? Блин, сейчас в линке будут врываться, да? Ой, я фаербол кинул, не пофигу. Давно не кидал. Он, кстати, 52 урона. А чё, с этими метаскидами там будет? Сейчас еще один кину. Хитбол.
что такое? Братишкам. Так, мне кажется, тут ловушечка, да? Конечно, ловушечка. Вот. Блин, ребят, как же приятно играть персонажами, когда ты их правильно вкачал там на школу разрушения, допустим. А вот чтобы они все проверки проходили. Это же просто какой-то кайф. Минус энкаунтер. Жаль, что заклинашки мои закончились. А у меня еще молния есть. Точно. Я забыл. У меня еще драмы есть эти. Так, молния. Я, кстати, молнией, по-моему, по этой девчонке попал случайно. Я еще могу пыхнуть драконом. На 8 урона. Пахнет снежком, вот, допустим, сюда. Так, ну давай кого-нибудь замочи. Чё себе у него получилось. Так, сейчас будем заклинание пробовать. Вот это. Так. Ну, к сожалению, шансов провалить спас бросок. У тролля не было. Давай. Так. Повеселились. Пришла пора отдыхать. Мы, кстати, уже 3000 хп нахватили. Считаю, это успех. На мой взгляд, 8 уровень несколько испыточен для этой локации.
Тристана пришла. И принесла мне пушины. Я очень рад. Тронут, так сказать, до глубины души. Кстати, можно сюда что-нибудь полезное положить. К сожалению, полезных заклинаний на этом кругу нет. Можно, конечно, и тем самым. Ничего себе. Я мог провалить эту проверку. Было бы обидно. Давайте тогда бахнемся. А тут ведь целый рацион был. Немножко с полезного барахла. Ну чё, мы уже можем? Да. Вот откоснуемся хорошенько. Блин. Может, ей уже на силу выпить мутаген? Ну, типа, какая разница? Роли хаунд. Давайте мы кинем этот самый огненный шар. Как далеко ты можешь подойти? Ребята. Давайте пахнем вот прям усиленным еще. Подождем, пока они соизволят подойти. Если этот прям подошел. Еще один побежал, а? Ах ты, пёсий тролль. Может, с него это бахнуть? Бахнул. Опа. Что тут еще есть?
Так, ловушечное напряжение. Да. Смотри, что творит, а? Пёс. Это у меня по девочке зарядить. О, она её завалила. Что, я уже могу бах? Ну что творит, а? Вот это. Вот этот босс. На грунте. Конечно, не эксперт, но, по-моему, он сейчас умрет. Да уж, да уж, да уж. Что мы нашли там? Тяжелый щит плюс один, да? Это, блин, добыча. Поехали дальше. Так, что это такое? Комитет по встрече, да? А фаербольчик не хотите, ребята? Допустим, ты. Он ему сломал лицо. Ножом зарезал, короче. Так, что у нас осталось-то? Ну давай вот, допустим, лучника бахни. Так, у тебя чего осталось? О, у меня остались заклинания, точно. Сейчас подойду, как...
Как киданул. Не попало. Этого надо убивать. Опасен. Так, ну все, я пошел колдовать. Шутил. Самая девочка даже ради мемов не может поколдовать. Что всем? Так. Эй! Он не может с каким-то жалким кобальтом справиться. И это, конечно, обидно. Ну, давайте вот на нее эту хрень, что ли, кинем. Кобальт Блейд. Его не вижу, правда. Его как-нибудь вот так обойдем, и сейчас еще подтянем. На тебе. Он еще и промазал пёса. Так. Так. Так, здесь должна быть рыбка, а там молния. Давайте всякое барахло выкинем сразу. Ясно. Так, что тут? Так, молния, отлично. Пойдем сразу нажмем на киски. Так, пока не иду, посмотрим кое-что.
Так. Давай, рыбка мне нужна. Вот рыбка. Рыбку нажали. Все, сейчас пойдем поспим. Мне кажется, рационов мне вполне хватит. Так, дождик пошел. Поехали пока сюда. Чё, мы добежали там? Нет. Так. Сейчас будет ловушечное напряжение, да? Наш любимый. Так, ты давай это уменьшай. Давай это увеличивай. Девчонки, увеличивай. Точек. Так, девчонка. Не знаю, мне кажется, вообще никакой разницы нету на силу или на выносливость пить на девчонке, просто потому что так у нее нет дамага, что это. Так, ты щиточек кинул. Сколько у тебя? 34.38, девчонки 43. Never stop learning. Мы пробережем на финальный бой. Так, давайте пока. Ловушечки. Так, тут еще будет хрен, который кидает эту штуку, да? Страх. Стопудов. Так. Вот она, засада. Так. Ну, поехали. Господин Рикангар. Давай-ка молнию сюда. Thank you.
Так, ну боюсь, что он уже ничего не будет кидать. Опа. Где молния? Валери, иди вперед. Не знаю. Ну кинь еще один фаербольчик. 52 урона, нормально. Ой, она его зарезала. Ну, я не вижу смысла тут что-то кидать. Можно кинуть крик. Интересно, я его пахну? Почти. Спасибо, что не убил критом мне девчонку. Так, пауки, да, моя любимая. Так, Ригангар. Что он разваливает там? Где лизурей ловушечку? Так, чейнмейл плюс 2. Это что такое? Средний доспех, 8 брони. А в чем смысл? Не знаю. Так. This requires retention. A pass, please. Knowledge is the key to victory. What troubles you? Так, это ж фигня с учителем, да? Да. Вот стрелочку, пес. На 6 урона. Ой, возьми, пожалуйста, глифу, иначе я тут с ума сойду. Ну, сейчас спать пойдем. Можно, наверное, использовать. Так. Чё там? Yeah.
убил ее. Ой. Bleed for me. Fear me. Кинь что-нибудь, я не знаю. Что творит, а? Мерзкий гоблин. Так, ну все, я готов кидать заклинанием. А вы готовы? Кобальты. Эй! Зараза. А это свет закрыла проход. Так, ну все, ну теперь-то я могу. На него даже сработало, а вы говорите, не работает. Сейчас как плюну в него, смотрите. Ну что такое? Не может. Мои мощнейшие боевые заклинания закончились. Ой-ой-ой-ой. Блин.
Так, ну-ка давай-ка плюнь в кого-нибудь, например, в тебя. Попал. Так, давай только эту самую мне не ронять, хорошо? Пёнку. Придется идти в начало карты, ее поднимать. Как же мне это неохота делать, ребята? Себе не представляете? Проклятые, поганые кобальты, мерзкие ублюдки маленькие, я вас ненавижу. Где этот плевок? Ну кого ты лупишь, мразь? А? Зачем ты ее лупишь? Что она тебе сделала? Бедная девочка. Давай, плевок. Фу. По щам. Давай плевок. Чё хотел Мейна мне бахнуть, пёс? Чё устала, дурында я там. Наконец-то. Что тут осталось? Собаки, да? Обидно больше всего, что 3 дня будет бежать девочка по лесу. Набрал уже, да? Какашечек, полный инвентарь. Экспы только не набрал вообще. А мне очень хочется 9-й уровень. Больше мне хочется 10-й уровень. Так. Так, сюда остальное забираем. Ну, пойдемте за девчонкой. Надо было приберечь огненные шары под этот бой. Я бы тогда вжух-вжух, и этот бы хрен даже не сходил. Я что-то облажался. Хрен сходил. Я забыл кинуть на себя защиту от этого звука. Да.
3 дня, блин, охренеть. Кстати, ребят, как вам вот это заклинание, которое я взял на третьем круге? Thundering Drums. Надо было прочитать описание, что конус всего на 15 шагов. Я бы тогда его, конечно, брать не стал. Ой, просто мем какой-то. Честно говоря, я затрудняюсь ответить, зачем здесь накрутили столько статов этим кобальтом жалким. Так, сейчас на нас нападут и убьют, да? Нет, смотрите-ка. Обошлось. Че, может, сразу этого дурака бахнем и, да и закончим на этом? Высшую невидимость положу на дэмэдж киллеров, чтобы они там это самое... На этих дураков. У меня как раз два свитка есть. На эту дуру и на мейна кину марева там и... Обычный ваниш. Сейчас еще ловушки это будут рассеивающие, да? Еще пачка троллей. Тут же собаки будут, да, да, собаки. Так, давай уменьшай этого дурака. Так, эту фигню отстегиваем. Пока увеличиваю. Так, эту девчонку увеличиваешь. Раскивайся. Одевайся обратно. Так. Ну чё, я все наколдовал-то? Там оружие не улучшил, вот эту хрень наколдовал. Ой. Чё всем? Кстати, половина уже сдохла. Так жить можно. Эй, парень, ты куда полетел? Ну-ка, кыш от меня.
У меня так на грани фантастики. Я обожаю эту девочку. Она всегда готова меня порадовать своей меткостью. Это был максимальный урон, да? Так. Иди ловушки обнаруживай, мразь. Маленькая дрянь. Только попробуй не обнаружить. Ну чё, мы готовы, да? Последний энкаунтер. Три больших злых, очень злых, страшных тролля. Там застрял, да? Ну, допустим, постреляем по нему. Ну, не знаю, можно еще один фаербольчик кинуть, типа. У меня будет еще по хоста. Эй! Ты че? Ты на кого руку поднял? Эй! Я не хочу еще раз через всю карту идти. Так, сюда. С какой стороны хотим подойти? Вот с этой. Ладно. Так, девчонка, давай-ка. Так, ты не видимость на нее. Вот это вот фигню на нее. Where to now? Never stop learning. Привет. Так, давайте только не проигрывать инициативу, ладно, ребята? Так, он меня не убьет, если я в него, допустим, сейчас дрежу этой фигней. Блин, этот хрен может до меня добежать и мне по башке стукнуть, что-то опасно. Давайте я отойду вот, допустим, сюда. Шариком. Бахнем чуть-чуть. Так.
Ну, поехали. Песенку включим. И поехали. Так, этой фигней сейчас все пахнем. Зарабом вышел. А, он меня Ох ты. Ох ты, маленькая дрянь. Так. А, на тебе еще True Strike висит. Ну все, ты уже никого тут не ослепишь. О, братишка, ты на кого руку поднял, а? Мерзкий тролль. Совсем аж сатанел, а? Так, True Strike на тебе висит. Поехали. На, вот тебе. На, вот тебе. Так, отойди. Смотри, что творит, а? Фарлука, фарлука. Ты что творишь, пес? Если я начну. А я начну. Смотри, как я могу. Опа! Как тебе такое? Песенку сейчас включу. Сейчас тебе еще вот так вот пахну. На тебе. На тебе. Господин Драгонгар. Я вам принес песок и дубинку. Что я вам принес? Обруч. Колечко. Колечко удачи. Возьми. Можно, кстати, вот этой девчонке обруч на харизму дать. У нее типа будет Шилд, Маджи Армор и Радиус Персон. И она тогда всю эту фигню наколдует, да? Ну да. Так, вот у меня наручни появились, защиты плюс 3. Поможет в рандом энкаунтерах, может быть. Так, ну в эту дыру надо будет еще кубальта притащить, этого джубилоста и этого дурака Харима.
полезного гномика. Полезные штучки тут есть. Я там. I am yours to command. Вот так, принь, тут ловушки. Конечно, тут ловушки. Шок, фрост, хили, масс. Да. Бочку нашли. Так. Ловушечное напряжение. Оп. Чё, мимика будем убивать? Ну а чё, на него смотреть, что ли? На. Давайте его как-нибудь напугаем, что ли. Чаокиан. Вампирским прикосновением. Прощу, братишка. Так. Я там. Давайте отойдем. Так, что осталось там? Центральная часть. Это мне неохота добивать. Двоих троллей. Ну, давайте пойдемте их убьем. Блин, все закончилось вообще. Могу только... Могу только со стороны посмотреть. Участвовать на происходящем. Че ты дура, блин, томилась. Давайте пахнем. Промазал. Так, я это уже где-то видел. Ну нет, не убивай девчонку. За шо? Ну почему ее? Ну да что? Что она тебе сделала?
Хорошо. Еще можно пройти, но мне что-то так уже лень туда идти. Сейчас будем дипломатить с кобальтами. Так, дерьмо это выкинем. Погнали. Когда вернемся сюда с гномиком и дюбилостом, не знаю, правда, зачем, полутать немножко экспы. Мне надо 15 тысяч до следующего левела. А тут, дай бог, 500 дадут. Это довольно бессмысленно получается, что ли. Так, все. Тролльские трубы закончены. Я домой. Так. Я знаю эти приколы с троллями. Сейчас на меня тут будут нападать, поэтому лучше подготовиться. Почему я не могу вот из этого интерфейса выбрать, куда мне надо моих этих ребят всех поставить? Я не знаю. Еще мне предстоит честнейшая дуэль с этим дураком. Иди уж домой. Кто это? Так. А это в... Это квест этой дохлячки бесполезной, да? Лучшего персонажа в игре. Так. Ну что? Чё ты мне принёс? Так, этот дурак ещё дал мне квестики. Так, стабли. Поехали. Чистый сорняк. Так. Это мне надо как можно быстрее заклаймить. Так. Пока не надо. Пойдемте поговорим с дурачком. Эльфиком. Включай. И не собрали, да? Очень обидно. Пойдемте купим рациончики. Чё по XP? Почему-то опять сломалось. Сейчас сходим в таверну, еще сдадим листик на эту фигню. Ребеночка.
Так, держи, что это такое? Бесполезная эта фигня. Так, лук я точно не буду использовать. Это мне не нужно. Это точно не нужно. Нужно. Это пока хрень оставим. Это оставим. Летик тоже, наверное, оставим. Это точно не надо. Пум-пум-пум-пум-пум. Так, что у нас тут есть? Так. Так. Сколько их тут? Зараза. Неудобнее сделаю. Так. А где Джубилост? Давайте еще на всякий случай за Джубилостом сходим. Фокус. Что у тебя есть? Что полезного? Так, спасибо, что не голодный, да? А гномик будет тут или что? Или все, не будет уже у нас никогда гномика? Гномик. Пойдем его сберем. Гномик. Я не знаю насчет гномика. Сейчас мы его на это насадим. Там наш гномик, вот тебе временный интеллект. Давайте его прокачаем. Что ты взял-то? Точные бомбы. Освещение. Так, здесь нужен парскин. А парскин у меня есть. Тогда false life. Так. Что ты взял? Так,
такую фигню, да? Так, вот, видеть невидимое, это мне нужно. Мне еще нужна защита от стрел, чтобы в этом самом. Стрекомбе. Так, 4 очка еще куда-нибудь могу влить, ну давай. Защита от стрел. Ну, короче, завтра сходим в курган гномиком. Вот. А на сегодня все. Всем пока. Пока-пока.